Всем привет! Рада ознакомить с новым поступлением. Позиции пришли, двигатели Лифан, которые подходят на мотокоссы. Ну, всем известно, что они используются не только на мотокоссах, на множестве самодельных агрегатов. Всяких они используются, то есть могут использоваться на снегокатах с двигателем, с гусеницей, там, которые, кстати, у нас тоже в продаже имеются такие снегокаты. Первый двигатель, про который будем рассказывать, самый интересный, на мой взгляд, это четырехтактный двигатель для мотокосы. У него есть свои плюсы, есть свои минусы. Первый плюс, который очень актуален для инструментов, которые используются коммунальщиками, то есть у четырехтактных двигателей, как правило, ресурс намного выше, чем у двухтактных двигателей. А самое главное, у них шум, то есть по децибелам они гораздо превосходят двухтактные двигателя в плане тишины, то есть они за счет клапанов гораздо тише работают, соответственно, меньше вызывают раздражение у посетителей парков и так далее. То есть вот в свое время одна известная компания специально разработала четырехтактные двигателя для мотокосс, для использования как раз в парковых зонах. Хоть он получается чуть-чуть потяжелее, ну понятно, тут газораспределительный механизм потяжелее получается, но тем не менее вот такой плюс у него очевидно есть. Ну и расход, конечно, у него поменьше, чем у двухтактного двигателя. Конструктив чуть-чуть посложнее, но вот плюсы эти имеются. Данный код товара 29209, объем у него 34,6 сантиметров кубических, емкость бака 0,65. Объем масла в картере, как и на всех автомобилях, на которых мы ездим, да, четырехтактных двигателях, там картер тоже присутствует. Объем масла у него 100 грамм, то есть масло моторное, 10W30, 10W40 заливается. Также рекомендуется менять его через каждое 10-20 часов, ну тут объем очень маленький, я бы менял через каждые 5 часов в данном агрегате масла. Вес 4,9 килограмма, мощность 1,5 лошадиной силы 0,9 киловатт. То есть, что вполне достаточно для любой мотокосы, если косить леской, либо небольшим ножом. Есть еще один небольшой минус, то есть тут какие-то есть предельные углы работы данного агрегата. То есть мотокосу наклонять вот так вот уже вертикально, соответственно, уже не получится, то есть ограничения присутствуют. То есть масло в картере, оно уже не будет попадать в смазочную систему и, ну, чревато очень плачевными последствиями. Немножко покажем конструктив, то есть он имеет ручной стартер, вот он. Контрольно-заливное отверстие с пробкой, с щупом. Тоже очень удобно. Ну, как на всех типах марки Лифан. У всех это имеется. Бензобак. Управление воздушной заслонкой. Воздушный фильтр под кожухом тоже в быстром доступе. Ну, тут, как правило, как у всех, губка. То есть, все очень просто. Имеет принудительное охлаждение, то есть воздушная крыльчатка стоит. В принципе, весь конструктив тут виден и понятен. Следующая модель – это двухтактный двигатель, достаточно мощный для мотокосы, имеет 3 лошадиные силы. Объем его равен 63 сантиметра кубических, бензобак 1,2 литра, вес 4,6 килограмма. То есть он получается полегче, чем четырехтактный двигатель, но габаритами побольше. Тут также все просто, то есть имеет ручной стартер, крыльчатку охлаждения, бензобак, фильтр воздушный, также можно вот... Сразу губка, вот она. Ну, тут уже сцепление сразу. Кстати, не сказал, что все двигатели сразу идут с кулачками сцепления, с колодками сцепления. Так, ну и переходим к следующей модели. Артикул у нас 38037, тоже двухтактный, 2,5 лошадиной силы. Объем 52 сантиметра кубических, бак 1,1 литра, вес 4,2 килограмма. То есть то же самое здесь. Стартер ручной, топливный бак, фильтр воздушный здесь уже немножко посложнее, чем на той модели. Но, тем не менее, все просто. Ну и карбюратор, все в доступе. Еще отдельно хотелось бы отметить, данные двигатели, они подходят ко всем китайским мотокоссам. Там множество брендов, там такие как Патриот, Бивер, все, в принципе, они подходят. То есть тут главный фактор по
сопоставимости, да, вот этих моделей, это вот этот вот размер, то есть барабан сцепления, который используется практически на всех мотокоссах, вне зависимости от объема двигателя, от мощности, вот этот размер, он практически у всех брендов совпадает. Также у нас еще есть интересная позиция, которую тоже самоделкины часто используют. Она, по идее, идет на квадрики детские, детские тоже, как двухтактные, так и четырехтактные. Это редуктор, который преобразует крутящий момент с барабана сцепления, со ступицы сцепления, получается, с чашки, на звезду. То есть там тоже просто цепочка в редукторе стоит и передается крутящий момент. В комплекте также идет цепочка, ну и звезда, которая подходит под этот шаг. Вот таким образом можно передать крутящий момент, звезду уже поставить либо на какую-то ступицу, либо непосредственно к какому-то колесу. То есть вот самоделки не часто используют, как вот так вот. Ну, то есть. Так, код товара у нас 39968, есть также 27232, есть также 34823. Все данные товары, они представлены на сайтах lifan.rf, либо ijmoto.ru, либо motomir.rf, либо moto18.ru. Вот все три, четыре сайта, они все располагают данными позициями, цены у всех одинаковые, можете заказывать, они в доступе.